Уважаемые коллеги, слушатели, мы рады вас приветствовать и поделиться с вами нашей новой картой о нашей компании Distutor. Она создана на платформе Тони Бьюзена MindMap. А как известно, одной из опций такой ментальной карты является систематизация материала. И вот именно на этой карте мы хотим показать, как нам удалось систематизировать или разложить по полочкам весь материал, который находится на сайте нашей компании. Это позволит каждому, кто заходит на сайт, увидеть структуру и легко найти все необходимые материалы на сайте нашей компании. Посмотрите внимательно на центральную идею. Она выражена нашим логотипом Distutor. Дальше расходятся радиально основные страницы нашей компании на сайте. Начнем с основной о нашей компании. Если мы подводим курсор к данной ветви, у нас появляется картинка с этой страницей. Если мы хотим попасть на эту страницу, мы нажимаем на ссылочку и попадаем на страничку нашей компании. Далее, новости, можно посмотреть и новости, но надо быть зарегистрированным однозначно, и можно пройти по ссылке на любую страничку, которая указана на каждой ветке. Тут также есть расписание вебинаров, которые был создан совершенно недавно Катковой Екатериной Александровной, и очень интересный материал помещен здесь, и очень необходимый для нас. Его можно в документах увеличить до читабельного вида и посмотреть все вебинары, вся деятельность, которая происходит у нас в компании. Здесь помещены и новости, и веб-офис, который очень нам необходим со всеми его отделами, и раздел для преподавателей, учебный отдел и админ. Вот посмотрите, я сейчас исправлю немножечко этот вариант, потому что было плохо видно немножко запись. Вот правление здесь. Вот видите, прямо на ходу можно и исправить. Дальше. И здесь тоже надо чуть-чуть продлить, потому что буквочка D была спрятана. Правовые документы. Если мы подводим курсор, мы все это видим. По ссылке мы идем прямо в этот документ, нигде не задерживаясь, если надо почитать. Дальше инструкции у нас находятся все на странице инструкции и вместе с нашими с информацией о нашей административной группе. Здесь же мы увидим страничку о рейтинге, а вопросы и ответы тоже можно найти очень легко. Вся информация, как вести личный кабинет, это очень необходимая информация для начинающих преподавателей на Distutor'е. Все тоже по полочкам разложено и на самом сайте великолепно. Информация об аттестации, информация о том, как создать дистанционный курс. Мы в сетях показывает, что наши сайты, наши странички по предметам находятся и ВКонтакте, и на Фейсбуке, и основной сайт Distutor. Если мы подводим курсор, мы это все видим. И сайт на Фейсбуке для преподавателей и студентов английского языка. Страницы ВКонтакте, 7 страниц. Но здесь мы поместили только 4, а чтобы посмотреть все,
то надо зайти на страничку, основную нашу страничку Distutor, и здесь можно найти все 7 страниц, которые у нас созданы ВКонтакте по разным предметам. Это и физика, и биология, и химия, и русский язык, и подготовка к ЕГЭ 2013 по английскому языку, информатика онлайн, и подготовка к ЕГЭ по математике 2013 года, созданной Токаревой Надеждой Васильевной, которая пользуется очень большим успехом. 1412 человек на сегодняшний день уже подписаны на этот курс или в эту группу. Дальше у нас идут проекты. Проекты, которые проходили в последнее время, начиная с августа. Это 200-летие Победы, это шаг в будущее iSpring, это дети учат детей, это интернет-игры и конкурс, творческий конкурс «Космос и космонавтика». Все очень интересно и наглядно показано на этой карте. Также вы можете посмотреть наши блоги здесь. Те, которые нам прислали, мы поместили их на эту карту уже. Если кого-то интересует еще, присылайте нам свои адреса, и мы поместим вас тоже. Тут Шеховцев Виктор Анатольевич, очень интересный блог. И блог Пасысаева Олега Борисовича, очень интересный. И Наталья Алексеевна, и мой блог, и Катерины Александровны Катковой. Очень интересные блоги. Подсоединяйтесь, смотрите, учитесь. И платформа MindMap Тони Бьюзена очень вам поможет, как и все остальные, которые существуют и на линии, и офлайн. Спасибо за внимание. Приглашаем вас на дальнейшие вебинары по использованию ментальных карт в учебном процессе. Всего доброго. До встречи.